Приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости на канал «Вкусные рецепты от Натальи». Сегодня готовим традиционное греческое блюдо «Специофаль». Очень простое в приготовлении, быстрое и невероятно вкусное. Главным членом предложения этого блюда является луканика хариатика. Это такая домашняя сельская колбаска, очень вкусная, с различными добавками, с оливками, с луком-пореем, даже апельсины добавляют. Рекомендую, если будете в Греции, попробуйте такие колбаски. Для приготовления нам понадобится сладкий болгарский перец, петрушка, лук, немного белого вина, соль, оливковое масло, томатная паста и томатный соус. И еще понадобятся традиционные греческие колбаски луканика хариатика с добавлением сыра фета, орегано и вяленых помидор. It's homemade village sausages with Greek traditional feta cheese, oregano and sun-dried tomato. Сковороду ставим на газ. Я наливаю сюда немножко воды. Перец я порезала довольно-таки крупными кусочками. И отправляем перец в сковородку. Немножко протушим, чтобы он стал мягким. И когда вода вся испарилась, мы перекладываем перец на тарелку. В сковороду наливаем растительное масло. Колбаски я порезала вот толщиной, может, где-то 1 сантиметр. Они очень вкусные, ароматные. Вот здесь видно сыр фета и вяленые помидоры. И все выкладываем в сковороду. И поджариваем колбаски с обеих сторон. Когда перевернули колбаски на вторую сторону, добавляем порезанный лук. И жарим колбаски вместе с луком. Когда лук немного поджарился, я добавляю вино. Когда вино немного испарилось, добавляю сюда перец. Все перемешиваем. Аромат на кухне стоит бесподобный. Добавляю немного соли. Можно добавить черного перца, кто любит. Затем я сюда добавляю томатный соус. Я его разлила немного водой. Добавляю томатный соус. Все перемешиваю. И добавляю немножечко воды. Накрываю всю крышкой и тушим до готовности. Вот, посмотрите, какое блюдо получилось. Рекомендую, попробуйте. Очень вкусно, очень просто и легко. Такое блюдо вас выручит всегда, если нужно что-то быстро приготовить. Благодарю, что смотрели мое видео. Пишите комментарии, поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, активизируйте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Желаю вам прекрасного настроения и до новых встреч. Всем пока-пока!